Всем привет! Сегодня мы приготовим быстрые макароны с курицей. Итак, поехали! Берем куриную голень, посыпаем солью, перцем. Все это тщательно перемешиваем и отправляем на сковороду. Добавляем немножко растительного и сливочного масла. После того, как сковорода прогрелась, отправляем туда нашу голень. А тем временем, пока обжаривается голень, нарежем лук. С одной стороны у нас появилась корочка, переворачиваем на другую. Курицу обжарили с другой стороны. Она, ясно дело, еще не готова, но достаем ее. И в это масло отправляем сразу лучок. Лук слегка обжарили и возвращаем туда курицу. После чего добавляем макарошки. Немножко добавим универсальной приправы. И базилика. Затем все это дело заливаем томатным соком. Нам наши макароны покрылись полностью жидкостью, так что добавляем немножко воды. Накрываем крышкой и забываем минут на 6 как минимум. Прошло 6 минут. Перемешиваем. И опять же накрываем крышкой до полной готовности. Наше блюдо готово, осталось только пробовать. Быстрое, легкое приготовление, самое главное, вкусное блюдо. Пробуйте, готовьте, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!